Дорогие, важные, красивые, несравненные выпускники, четвероклассники, уважаемые родители, бабушки и дедушки, гости, выпускной, торжественный и важный, выпускной, лирический, прекрасный, выпускной, с грустинкой немножко, эпилог начала жизни школьной. Сегодня вся природа ожила, как будто только этот день ждала. Куда ни кинь взгляд, одно веселье. У всех сегодня праздничное настроение. Я вижу, что долина вся в цветах. Вот над легкими, как воздух, лепестками. Крутое пестрых пчелок, жужжание их и крылья взмах. Там слышится над яркими цветами, преклоняясь перед их трудом, все с упоением ждут, когда начнется этот праздник, о котором вся молва в долине очень быстро разнесется. Уже четвертый год трудится в нашем дружном улье голодные пчелки и пчелята. Сейчас во главе с мамой пчелой. Рады ее своим усердием и трудолюбием. Сейчас, нарушив тишину, куда наглянет, второй. Встречайте! Давали мудрые
дружно. Если надо, мы трудились. Было время, что ленились. Про это можно не жить. Неправда, нечего скрывать. Очень часто по утрам отдавали так дела. Пройдя все испытания, пополняли знания. Никогда не унывали, песни от души жужжали. Завели себе друзей, стало жить нам веселей. Вот и пришел день прощания с начальной школы. Сегодня мы вспомним, а как же все начиналось? Отпевали, все новые веры, и не вам на руках, но они не обидели.
Вы помните желтую осень, когда мы пришли в первый класс, и первый звонок колокольчик осенний для нас прозвенел в первый раз? Я помню тот звонок веселый, что прозвенел нам в первый раз, когда пришли с Светами в школу в свой самый лучший первый класс. Thank you.
человек, и были у него жена и дочка. Когда жена умерла, он женился снова. Убрать. Помыть. Подмести. Сел на огород. Мать гладить белье. Досталась ему не жена, а фурия, только что на помирение летала. А пачерица она не возлюбилась сразу же и держала в доме за служанку. Yeah.
Ой, какой-то зеленок. Загляну-ка на часок. Может, школа здесь моя? Не ошиблась я, друзья. Расскажу вам сказочку. Жила-была коза с козлятами. И были те козлятушки. Отличные ребятушки. Любили прыгать, скакать. Да в этом разу играть. Все мультики смотрели, учиться не хотели. Папа деньги приносил. В командировках часто был. А мама дома оставалась. Детьми хозяйством занималась. Вы козлятушки, вы ребятушки. Говорила всегда и матушка. Не скачите вы, не кричите вы, а идите уроки учите вы. Ну все, мне это надоело, а ну-ка быстро все за дело. Давайте-ка, ученички, свои откройте дневнички. Нам ничего не задавали. А может, вы не записали, что нынче задали учить? Признайтесь сами, или позвонить придется мне другим козлятам. Послушаем, умненьким ребятам. Не надо, вспомним мы сейчас. Читать нам надо целый час. И выучить стихотворение, и написать два сочинения. Поделку по кругу водил. Доклад на завтра нужно сделать. Углы в тетрадке начертить. И потеши все разучить. Но ты ведь, мама, нам поможешь? Мы сами сделать все не сможем. Мы ничего не понимаем, все эти темы мы не знаем. Все, кончилось мое терпение. Ученье ваше мне мучение. Я на концерт пошла, в ДК. А мы? Учитесь. Все, пока. Слышите? Посмотрю-ка я в глазок. Кто-то серый и лохматый. Братцы, ветер, волк. Козлятушки, ребятушки, отворитесь. Ваша мать пришла, молочка принесла. Ладно, волк, не притворяйся, заходи к нам, не стесняйся. Запирайте, братья, дверь. Все, попался в хищную зверь? Ну-ка, быстро раздевайся, за уроки принимайся. Две задачки мне реши. Расскажи про падежи. Получи стишок со мною. Нарисуй пейзаж морской. Дочини-ка мне рассказ, полтора десятка фраз. Расскажи про атамана, как он в речке. Тингисхана. Помоги мне, караул! Что такое? Что случилось? Мама, помоги мне скорее! Не пойму, как получилось. Было 7 утра детей, этот, кажется, 8. Что случилось с головой? Не возьму я что-то в толк. Мама, да ведь это волк! Бывший волк, теперь козел. Был я раньше очень зол, а теперь мне в ней цветочка. Быть хочу твоей сыночка, не гони. Так и быть, оставайся с нами жить. Отдыхала я часок. Что ж, несите свой урок. Да, резвые ребята, серые козлят. Сим мне не по пути, нужно дальше мне идти. Помогите мне, ребята, школу лучше найти. Я же в сказке вошла, но дороги нашла. Заблудилась я, наверное. Ты идешь дорогой верной, только дам тебе подсказку. Больше не броди по сказкам, слышишь? Песня раздается, мне о знаниях поется. Смело ты туда шагай, да ребята подпевай. Добрыми глазами, там же ты.
школьном государстве на Батуевском проспекте в маленькой стране жили-были пчелки. Оля, Саша, Вовки радовались жизни, солнцу и весне. Не было бы нас, не были бы мы такие.
Плавать точно хорошо и отлично. Море знаний ныряет до самой глубины. Клянусь! Быть достойным своих учителей. Клянусь! Вечер, вечер, вы.
красиво. Почему-то сейчас на душе у нас тоскливо. Все для нас последний раз. Мы выходим в мир огромный. Чем он встретит, что сулит? Сердце в уголке огромном, школа память сохранит. А с чего начинается школа? С учителей, прежде всего. Вот с этих великих женщин, которым многое так дано. Уважаемые, дорогие наши учителя, 4 долгих года вы учили нас, вели в огромную страну добра и знания. Мы помним, как вошли в первый класс, а вот сегодня скажем «до свидания». Вы встретили улыбкой малышей, старательно читать, писать учили. А помните улыбки малышей, когда мы первые ответки получили? Как трудно было нам слова писать, не слушались нас буквы и боялись. Не дали, говорят, лихали до начать. А вот смотрите, все мы научились. На голову мы выросли, а кто-то и на две. Смогли мы много выучить, развились все вполне. Пришла пора покинуть уютный кабинет. Такой знакомый, милый, роднее в школе нет. Конечно, окна, стены, парты – ерунда. Но есть одна проблема, есть одна беда. Ведь вместе с этим классом простимся мы с тобой. Стой! Что для всех нас стало любимой и родной. Вы за 4 года смогли нас научить читать, любить природу, трудолюбивым быть. Нестандартно мыслить, логично рассуждать. Теперь уже родители не могут нас понять. Учеба как игра нам интересную была. Еще бы рядом мама покой наш берегла. Чуткая и нежная наш настоящий друг учила быть прилежным, журила, если вдруг мы чуть-чуть отвлекались, но в той ничуть. Нельзя, если вдруг забывались, что не одни мы тут. Растила, защищала, оберегала нас, с улыбкой ругала, руками без проказ. Первый учитель, он как первая любовь, он всегда в душе и в сердце остается. Мы будем вспоминать вас вновь и вновь, хоть в первый класс, конечно, не вернемся. Вы нас учили буковки писать, любить природу и считать примеры, друзей беречь и старших уважать, и у доски нам делали премьеры. Отчетливо мы помним этот день, как в школу мы ворвались без оглядки. Вам подарили нежную сирень, а вы взамен нам прописи с тетрадки. Года умчались быстро, никуда. И вот теперь мы взрослые ребята, но знайте, вас запомним навсегда. И как сидели мы за первой партой, спасибо вам, учитель первый наш, за труд и ласку, красоту, заботу. И вот пойдем мы уже в старший класс, но вы всегда останетесь в почете. Пусть звонкий смех последнего звонка подарит вдохновение новых старты, а в сентябре придут к вам малыши, чтоб, как и мы, сесть первый раз за парты. Плакать, смеяться, и хочется ни с кем не расставать. Выплеснулись чувства
через край. Все ждут от праздника устали. Значит, хватит нам речей. Прощальная песня, зазвучи скорей! Ребятки, усаживайтесь, пожалуйста.
как наши собаки блестящие. Дорогие дети, я думаю, вы не обидитесь, если мои первые слова будут обращены к вашим мамам, папам, дедушкам, бабушкам, старшим в семье. Уважаемые товарищи родители и все члены семьи, сегодня в жизни деток 4 класса особый день. Они уходят из начальной школы, то есть они поступают во вторую ступень российской средней школы. Начальная школа – великое дело в жизни каждого человека. Все мы с вами прошли через начальную школу. Здесь именно закладываются умения и навыки учебные. Здесь устанавливаются какие-то дружеские отношения. Друзей и подруг себе выбирают. И, к счастью, среди наших тысяч выпускников много таких, которые с первого класса подружились и всю жизнь рядом шагают, и их дети, и внуки. И дай Бог, чтобы у вас жизни было так же. В начальной школе выявляются творческие способности детей, приверженность и любовь к каким-то определенным предметам. Все это в начальной школе. И вашим детям, я считаю, очень повезло. Блестящие учителя. У нас вся начальная школа. Это очень подготовленные, высокопрофессиональные педагоги. И, кроме того, по своим человеческим качествам еще. Это и мамы, и бабушки, и сестры. И все заключено в учителя. От этого зависит отношение ребенка к учению и отношение к школе. И я хочу сказать в первую очередь слова благодарности нашим блестящим учителям Татьяне Алексеевне Варяховой, которая с первого года после окончания института пришла в нашу школу и навсегда. И блестящему учителю, которая работала в одной из лучших школ Советского Союза, она ее покинула, пришла к нам, Алла Викторовна. Это не только талантливые учителя, творческие, умные, которые несут с собой все лучшие традиции российского образования, гуманного образования, которое в первую очередь на первый план выделяет конкретного ученика, а не еще по своим общечеловеческим, гражданским качествам. Те, кто должны воспитывать детей в начальной школе. Спасибо вам, мои дорогие. Я поздравляю вас с окончанием 4 класса. Мы сейчас увидели, какие дети чистые, светлые, талантливые. Я сижу себе и говорю, МХАТ отдыхает. Талантливые дети. Причем они настолько сердечно и искренне себя держали и на сцене, как и в жизни. Это добротные, хорошие детские коллективы. И дай Бог, чтобы они всю жизнь пронесли это вот чувство к своему классу, к своему коллективу, к своим друзьям. Дорогие товарищи родители, заложен большой труд, ваш в первую очередь, труд семьи. И хочется, чтобы это продолжалось и в 5 классе. Я поздравляю особо детей, мальчики и девочки. Я хочу вам сказать слова самой искренней благодарности за то, что вы никогда не подвели нашу школу, никогда, что все работы проверочные, которые проводит независимый Московский центр качества образования, они все годы блестяще выполняли, и особенно за курс 4 класса. Спасибо моим лучшим в мире учителям, и вам, дети, спасибо, мои дорогие. Добрый вам путь. И как можно больше вашей милости, чтобы было в 11 классе золотых медалей. Традиция наша.